решали, что подарить папе на день рождения. Помоги котятам выбрать подарок. Подарим папе вертолет. Помоги папе уворачиваться от препятствий. Помоги папе перепрыгнуть через препятствие. Карамелька, до папиной работы так далеко. Он будет очень уставать. Помоги папе уворачиваться от препятствий. Только в космосе, а наш папа не космонавт. Что же мы тогда подарим папе? Можно подарить папе музыкальную открытку. Музыкальную? Музыкальную. Когда ее открываешь, она играет красивую музыку. В магазине был целый отдел музыкальных открыток. Какую же выбрать? Помоги котятам выбрать открытку. Папе она очень понравится. Давайте еще раз послушаем. Теперь я. Рано. А может, она мелодию за?
нажимай на зеленые нотки, чтобы повторить мелодию. Очень часто ее слушал. Это все из-за тебя. Нет, это ты из-за тебя. Это ты ее все время слушал. Нет, ты. Ай, что же мы теперь подарим папе? Я знаю, что надо делать. Помоги котятам сделать открытку для папы. Получился очень веселым и вкусным. С работы большой вкусный кекс. На нашей кондитерской фабрике сделали новый кекс с шоколадной начинкой. Помоги папе приготовить шоколадный кекс.
Красный кекс. Сейчас мы устроим семейное чаепитие. Мама! Мама! Давай мы тебе поможем. Пожалуйста. Ну хорошо. Вы можете принести к чаю малиновое варенье. Ура! Миу, 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 миу. Варенье находится в подвале. В подвале? Помоги карамельке найти банку с вареньем. Ура! Ух ты! Сколько варенья! Осталось отнести его маме. Положить ее на бок и катить. Не разбилась. Теперь надо поднять ее по ступенькам. Ого. Ура, мы молодцы, почти подняли. Ну вот, теперь все заново. А может просто съедим варенье здесь? Накорми компота вареньем. А потом поднимемся в гостиную и запьем его чаем. Напои компота чаем. Ну, компот, а мама и папа, они тоже хотят варенье. Тогда мы принесем наш стол сюда и устроим чаепитие прямо в подвале. Давайте, уж очень кекса с вареньем хочется. Ну что, встали? Вперед! Донести стол. Следи, чтобы вазочка не упала.
положим варенье в эту вазочку, а стол вернем на место. Помоги котятам накрыть на стол. Достань столовые приборы из ящика. Найди чашки. Найди вазочку для варенья. Коржик, карамелька, компот! Как здорово, что вы сами разыскали варенье в подвале и придумали положить его в эту вазочку. Да, варенье в этой вазочке будет отлично смотреться рядом с нашим кексом. Все дружно пили чай и хвалили папин кекс и мамино варенье.
потеряй. Ура! Миу, 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 миу. Привет! Что это за костюмы? У нас будет фильм про пиратов. Тогда я буду красивой принцессой пиратов. А я пришелец и буду делать вот так. Пиу-пиу-пиу. А я всегда хотел сыграть клоуна. Ну, даже не знаю. У пиратов должен быть корабль. Помоги котятам и их друзьям найти швабру и покрывало. Нажимай на диван, чтобы устроить настоящий шторм. Мы устроим качку, будто корабль попал в шторм. О, прыгать я могу, я же клоун. Помоги котятам собрать картинку. А кто же сыграет кита? Помоги котятам нарядить папу в кита. А я хочу спеть красивую песенку. Ответь на звонок. Алло, бабуля, это не мама, это компот. Мы снимаем фильм. Помоги компоту держать камеру ровно. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Ла-л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 а
елочка в лесу облака. Зимой и летом что надеть? Поймай компота. Потому что он понравился всем без исключения. Коржик и компот тебе помогут. Это запросто, да. Ого, у карамельки теперь тоже есть велосипед? Какой он красивый. А когда мы начнем велогон?
научим карамельку кататься. Нажми на коржика или компота. Надо вот так. Нажми на крота. Привязать к велосипеду шарики. Будет равновесие и будет красиво. Собери шарики. Начинаем велогонку. Старт будет здесь, а финиш вон у того дерева. Жду вас на финише. А я... Ура! Сейчас я выиграю, вернусь и научу тебя ездить. Может, это я выиграю и научу карамельку. На старт! Внимание! Держать равновесие, крутить педали, рулить и звонить звоночек. Ура!
так некрасиво. Поправь шлем Компота. А вот так красиво. И победителем велогонки становится Карамелька! Вот это да! Мама! Папа! Карамелька сама научилась ездить на велосипеде. И выиграла велогонку. Я знала, что у вас все получится. Ну, гонку выиграла одна Карамелька. А мы проиграли. От того, что Карамелька научилась ездить на велосипеде, выиграли все. Ведь теперь мы сможем всей семьей поехать на велопрогулку в парк. А для дальней велопрогулки всем понадобятся новенькие цветные жилеты. Здорово! Миу, 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 миу! Надень жилеты на котят. Благодаря успеху одного выигрывают сразу все.